Наталья Киселева – женщина неробкого десятка. В детстве пережила блокаду Ленинграда. Потом более 40 лет отдала медицине, работая челюстно-лицевым хирургом. Пациенты были разные. Кому-то собака откусила пол лица, кто-то неаккуратно пользовался пилой. Всего Наталья Киселева провела тысячи операций. К ней стремились попасть пациенты из разных уголков страны. Бралась за тех, от кого отказывались другие врачи. А началось все с того, что после института молодая Наталья Киселева из Ленинграда переехала на Алтай. Так и осталась здесь. Из всех, кого направляли, она единственная осталась на Алтае из своего выпуска. Сюда направляли 14 человек. И это... Я осталась одна. Уже почти четверть века Наталья Сергеевна на пенсии, и она уже давно прабабушка. И даже спустя десятилетия, признается жительница блокадного Ленинграда, ужасы войны не забываются. Обстрелы, голод, смерть. Сегодня Наталья Киселева принимает поздравления от своих коллег. За все, что вы выстояли, за все, что вы создали. И вот все время общаясь, Наталья Сергеевна потрясающе жизнелюбивый и очень доброжелательный человек. Вот сохранила в себе эти свойства. Этой зимой Наталья Сергеевна сломала бедро, поэтому в свои 91 пришлось заново учиться ходить. Но, кажется, этого человека уже ничто не сломает. Как и многие блокадники, она повторяет, лишь бы не было войны. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.